Всем привет! Поехали! Продолжаем приключения. В игре Алекс задание будет найти эти записки какие-то. Идти тут недалеко. Будет даже телепорт впереди. Тут где-то сбоку этой у горы пройти. Еще где-то там озеро. Купольный город сгорел. Надо будет потом его зачистить. Туннель. В туннеле живет. Too easy. А, легко. Там кто-то хрюкал. Крыша, хватит хрюкать тут. Тут уже какой-то рабочий валяется без сознания. Какая там херня. Впереди там херня настоящая ползает. Наверное, зря полез. Эй, куда ты там быстро так разогналась, тварина? Да еще мощняк, блин. Фермер. Новый уровень, и чё открыть? 19-й уровень. Из оружия имеющего, что тут помощнее есть, в данный момент 47. Можно тут на топорик 3 очка открыть. Да. Пятьдесят пять оружия ближнего боя. Либо стрелково. Вот тут далеко. Можно ближний бой открыть. Накинуть силы. Парирование. Да не то, тут все далеко. Опять ерунда. Гранаты не прокачиваются. Все зеленое и невозможно. Хакер, это ладно. Из характеристики тоже тут все далеко, не один уровень. Стойкости, талант выживать.
Давай один стойкость. Талант выживать появилась. Надо будет открыть, посмотреть, что это за такое за талант выживать. Ну и остальное, думаю, тоже все на стойкость, чтобы было больше очков в жизни. Ого. Опять у него черепок нарисованный. I'll get this one. Эй, бежит сюда. Огрёб. Завизжала. Мне кажется, эта пещера тут вся будет кишить этими тварями. Амулет обмана. Часть карты. Сюда не выбраться. Амулетик. Друг животных один. Заклинание камуфляж. Враги атакуют мне сразу. Интересно. Чё, серьезно? Враги будут атаковать не сразу. Они сразу, это сколько? Микро полсекунды? Тут больше ничего нету. Можно выбираться. Просто тут было взять карту, да, амулет. У меня тут показано тело задымлено. Может, клевый амулет? Не бы амулет, чтобы зеленая полоска никогда не заканчивалась. Мне кажется, это самое важное в этой игре. Ой-ой, он увидел. That's enough now. Камни шип, ему даже мощные удары ничего ему не делают. Зубы, когти, пластина. Пока непонятно, нормальный амулет или нет. Но первый удар можно сделать спокойно.
Ну, хотя и раньше можно было без проблем первый удар сделать, если подкрасться. По дорожке, тут будет какое-то здание. Животное сразу же падает с трех ударов. Еще бы какую-нибудь штуковину найти. Какую-нибудь регенерацию здоровья. Где она? Та штуковина. О, сколько их тут много. Ты куда? Ты хитрый какой. Да куда ты убегаешь? Он что, испугался? Нет, не испугался. Как и написано, они не смаху атакуют. Сначала подумают. Где-то туда надо, вон наверх. Там телепорт. Как мне шип-то вообще, какой-то мощняк. Эй! Эй! Стой! Жри быстрей! Куда вас два-то? Эх, хорошо, там половина у него кончилась. Он все еще одолеть его не может. Ну, напарники. Ай да, молодцы. I'll get this one. Не успел. Что за фигня? Какое-то поселение.
поселение этих берсерков, что ли. Интересно. Надо сначала телепорт активировать. Да где он там? Какой-то лагерь в центре. Тут будет, наверное, куча заданий. Но сюда лучше вернуться после того, как эти аудиозаписи найду. Где заночевать? Мне нужно срочно выспаться. Что, никому стрелы не нужны? Такое ощущение, что тут можно брать все. Ну почему она не берется стрела? Как тут камеру навести, что ли? Чё тут? Вообще непонятно. О! Есть. Надо так камеру извернуть, чтобы появилась кнопка взять. Прикольно. Все не запрещено. Hey you, where do you think you're going? Who are you? Another one of them, are you? You think you can wander in here and start asking questions and demanding things, do you? Well, better keep your weapon sheathed and your hands to yourself. That way we won't have any trouble with each other, okay? What is this place? Это за место. The last refuge from the Alp converters for many. For others, it is a stronghold of freedom. For me, it is my mission in life. Everyone looking for protection will find it here with us. That is my promise. You, however, don't look like you need protection. So, that makes me wonder. If you're not here seeking refuge, what are you looking for? Who are you? Ты кто? Are you in charge here? Ты тут главный. No. That's Lloyd. He's the only one crazy enough to try and keep this place together. But don't go bothering him with small stuff. He has better things to do than waste his time on strays. What do you do here? Чем вы здесь занимаетесь? If you believe in a dream, you have to protect it. And how is that job going? Why the interest in our defenses? Who sent you? I'm just making conversation. Conversation? And it just happens to be about our defenses. Don't think you can get around me that easily, asshole. Я правда просто поговорить хотел, если бы мне правда нужна была информация, я бы убил тебя силой. Хм. Типа можно нагрубить. I really am just making conversation. Sure. Right. Let's speak straight and keep things clear. I see you step out of order here, I will have you put down. I believe in these people, and I don't know who you are. I understand. Все понятно. How did you end up here? Как ты здесь оказался? I used to be a guard in the Domed City. Then I got sent to the front during one of the Alp attacks that were happening back then. We were told we were going there to help the farmers.
We got no mercy from the Alps, and we gave none back. The people trapped between us, I don't know how they survived. And after it was done and all those bodies were piled up, we turned around and went straight back to the city and just left those people out here to fend for themselves. That didn't seem right to me. So when I heard rumors about Origin and the help it offered people, well, I came here to find something that was actually worth fighting for. Чем я могу быть полезен? You really want to do that? Well, we can always do with more weapons. But above all, we need more people. Experienced people to help defend this place. So you want me to find people with combat skills for you? Exactly. People you can rely on. Loyal people you can trust. Farmers and refugees here, they do their best. We need some real fighters. People who've been out in the wilderness. If you meet anyone out there you trust to watch your back, who'd fight alongside you, well, I guess you can tell them where we are, and that they'd be welcome here in Origin. Если я найду таких людей, я отправлю их сюда. If I find anyone I can trust, I'll send them here. You will? Okay then. All right. It'll be good to have some more companions out here who understand what they're doing. At least three would help. That would make good our losses. Защита лагеря. Это ну что про своих тут этих компаньонов? Кроний U4 боевой дрон альбов. Я дал ему приказ защищать Исток. Кроний U4 is an Alp fighting drone. I've given him orders to help defend Origin. An Alp drone? And you trust it not to go all end of days and start killing us? You're right. That's good for a start. Who else can you offer? Опыт 500. Давай, Эрея. Предложим только не оставляйте ценности без присмотра, когда он рядом. An outlaw has agreed to help. He'll be useful. Just don't leave anything shiny around when he's nearby. As if we didn't have enough crooks in camp already. So just know you're responsible for him and anything he takes. Have you found anyone else? Фальк Лирик. Он согласился мне помогать. В свободное время он будет жить здесь, защищать Исток. Cleric has agreed to help me. He will stay to defend Origin when he's not with me. Cleric? Well, we'll see if he's prepared to do the fighting himself, not just leave it to others. Okay. I would say that's enough fighters to make our camp safe. I mean, any more would be welcome, but you've taken the pressure off us for now. I just hope they can work together. We can do without arguments here. But I suppose we'll find out when the next mutant attack comes. Задание выполнено. Зачем еще тут предлагать? That was well done. Бродячий гнилой вепрь. Где я его там? Одного-то убил. Из 10. Я познакомился с Дуросом. He's agreed to travel with me. Он тут готов жить. Good. Great. The berserkers know how to defend themselves. Еще у меня там бестия. Незаконченное задание. Надо будет еще посмотреть, что надо сделать, чтобы взять ее в ряды. Спутников. А где задание? Новых-то не вижу. Хотя они там нарисованы. А нет. Кстати, на знака нету.
все, давай. Реку перепрыгнем и пойдем. Смотреть эти записи. Телепорт активирован. Вернусь после этих записей и посмотрим, какие там задания есть. Оба-на. That's enough now. Вот это круто. Вот он, у него вепрь. Let's go. Быстренько он загнулся. Ну поворачивайся, блин. Одно, что он машет в пустоту, блин. Еще 4. В кого он там стрелял? Сколько барахла получено? Где остатки? Вы где? 4 гнилого вепря. Куда делись? А, может эти? Ну куда ты машешь, а? Ёпарсы. Невозможно повернуться. Как начнет, так его не остановить. Где последний? Или очки поменять? Чтобы его на карте видно было. Или ты сам вылезешь? Ты где? Эй. Не хочет. Осада мутантов выполнена. 1000 опыта. Надо будет с ними поговорить. Вознаграждение получить. Мимо. Let's go. Эй, спасайте, спасайте. Сейчас атакуют.
крыска. Домик. I wonder what this place was. The threat from the north. The curse of the Alps must be eliminated. We must all choose sides in the battle. Радио. Make sure you choose the side that counts. Наверху, наверное. А чё бы ей не поспать? What these ruins must have witnessed. Думаю, чё не отображаться. О, само цвет. Где-то тут задание в этом доме. Что за цифры? 1564. Какой-нибудь тут сейф. Какие-то листы. Чё они тут играли? Листы. 7 человек. Hey, hey. Yes, you. I'm looking for someone. Всё, запись найдена. Осталось 4-я. If you're looking for an outlaw looking Tavar. Yeah, he might have shit for brain, but even Chad knows that. And that's probably why he came here. You heard of any outlaws here? You mean other than you? No. I meant me. I came all the way here to find myself. Many people come that to a dam to find themselves. You should speak to one of our healers. They'll put you in touch with your inner self. Are you trying to be clever? What? Да блин. Chad, I'm looking for Chad, not myself. I know exactly where to find myself. Как цифры не подошли? Standing right fucking here. Then it seems your quest is complete. 1564. Можно наоборот. 54-15. Точно? Такой хлам заперли. Нахрен он. Чё за листовки? Прочесть хоть одну. Задание когтей. Это задание уже активировано. Прекрасный, но надменный эльф, больше времени уделяющий своим длинным светлым волосам, чем тренировкам. Кронофраза ведь этого достойна.
Может пригодится, если прочесть. И все. Часть карты. Тут этот замок какой-то с пленниками. Все, осталось тут записку найти где-то. Записка, записка, ты где? Весь такой городок какой-то построенный из железа. Наверху. Где-то она наверху. На этом уровне. Может, в доме? А как-то в этот дом зайти? Где двери? Робот-робот. Здоровенный. Где вход в это помещение? Все такое космическое. Запись, ты где? А ты кто? Командир, что ли? Бальдер. Как это запрещено? Не может быть. Ой-ой-ой, не туда залез. Yes, just leave. Did I invite you? Не нервничай. Он чё-то смотрит. О, это робот. Какая у них тут опять паника активировалась. Иди занимайся своими делишками. То блин зрячий. А пробраться? В
thinking, okay? Вот ты, блин, зрячая. Maybe later. There's nothing for you here. Yes, just leave. Надо забежать и схватить, значит. Не успеет увидеть. Все, задание сделано. What brings you to Ignadon? Look, I've traveled a long way, so please answer my questions and stop asking ones of your own, or I am gonna have to hang you from a wall by your testicles. Why would you do something like that? Oh shit, didn't I say no questions? I just want answers. Abessa, I meant some outlaw going to Abessa. And you couldn't have said that 20 seconds earlier. Would have saved your perfectly decent set of pants. Yeah, запись закончилась. Бальдер. Kalan be with you. What brings you to me? Are you here to pay your tithe? Yes, I am here. Да, to я тут десятину. Kalan honor us all. But let's get to the point. As the highest suggester, I don't have much free time, as I'm sure you understand. Внушение. The correction of those who have strayed from the path of the pure. As the high suggester, I assist the minds and souls of the lost to return to Kalan's ways through suggestion. Kalan's will works through a skill all clerics must learn. The mind must be free from false teachings. The body pure, free of the poison of Elix. Only then can we be at one with Kalan and his community. As a patriarch, it is my job to guide and advise. The will of Kalan clears the mind. Как можно очистить чей-то разум? How do you clear someone's mind? Through suggestion. We have developed technology, implants that allow us to guide the minds of others. It takes training, but it means we can bring people back to the pure path, or suggest to them that they do things that will assist us. It is an art that only the clerics understand. А разве альбы не могут поступать так же со своими мутантами? Can albs do that with their mutants? The machine components you see on some wasteland mutants? We believe those allow the albs a measure of control over the mutants, but it is a crude form of the suggestion we practice here. Some say it is because they are strong of mind, others that it is because they have been poisoned. But I think the answer is more straightforward. Their commanders are using an extreme form of brainwashing on them already. Their minds are already being controlled. Так вот, где вы промываете людям мозги? No, no. You can't force people to change who they are. You can only bring out their better traits. That is what I do. I re-educate people. That is what I must do now. There is a poor wretch who requires re-education. Leave me. I must help him find the light of Kalan. You really messed up there. Новая заданица. Что? Аквариум. Наверное, аквариум. Задание есть от Игнадона. Но это потом, когда полностью город пробегу и исследую. Тут еще какие-то заснеженные земли.
Надо разобраться. Какие дела? Какие здесь дела, надо посмотреть. Что-нибудь тебе выполнить. Надо опыт набирать. В тюрьмочке живет. Нет, никто. Сундук один живет. А может тут уже у них кончились задания? You shouldn't stand around talking about these things. Hi, are you here to make a donation? Every shard you can give will go into building up our little community here. Yeah, I'll make a donation. Я готов сделать пожертвование. I'm glad to hear that. You'll have our gratitude. You can be sure that everything you give will go to helping people. And if you like, you can even donate to a specific cause. We are hoping to make the place look better and to get the equipment we need, you know, workbenches and things like that. Let me know what you think would be helpful. I will take care of it. So, what'll it be? Я бы хотел пожертвовать лагерю немного осколков. I would like to donate shards to the camp. No problem. What would you like to build? Oh. Цены-то какие? Практическая мебель, футуристическая, природная. И все одна и та же цена. Верстак изгой, версерка, клейка, торговцы. Как-то много. Семнадцать. Может, что-нибудь купить? I'd like to donate shards to the camp. No problem. Вот он, стол деревянный за 2000. Так он нафиг, наверное, и не нужен. Можно в любом другом городе все это починить. Все то же самое, 2000 на ветер. Все в карман.
построек-то не так много. Ллойд, скажи что-нибудь. I am Lloyd, spiritual father and leader of the people here. And who are the people here? Threatened by the storm from the north. We keep watch with pride and confidence. Let your weapons rest and draw new strength from our fire and our company. We are here to provide an alternative. We are here to hold back the Alps, but without all the lies that come with the great faction. Ты считаешь, сумеете отдать альбом от Ор? Sounds rather naive for this small group of free people. Great vision is always ridiculed. War is like every game. The points are only really counted at the end. The war is just a game to you? No. But life is always easier when you know the rules of your opponent. Расскажи о своем видении. In all its broken glory, I have seen that the different factions that have risen since the great catastrophe all have one thing in common. They are all prisoners to their laws. They are all prisoners of their past. But amongst all of those factions are people who have seen this for themselves. And this camp is their point of contact. Как вы защищаете лагерь? A number of experienced expert fighters have come to our cause. Enough to keep back the mutants and the Alp patrols. Ты сражаешься за свободных людей. You are fighting for the free people. We fight for freedom and self-determination. We defy the oppressors and all those who blindly follow them. One day there will come a person. Someone in our midst who can change the world from its very foundations up. And I believe that that person has come to us here and now today. Ты считаешь, а я тот, кто сумеет изменить мир? I'm the person who can change the world. Let's drop this foolish masquerade. We both know who we are talking about, Commander. And who do you think I am? You're Jax, Alp Commander. He who left Zaykor, who was said to be dead but is risen. You lost the power of the past, but you didn't crumble. Oh no. For here in front of me, I see here an upright, strong person and his internal conflict between human and machine. Who, if not you, could really make a difference? You who straddles the worlds of Zaykor and the free people, of life and death. I didn't rise from the dead. I narrowly escaped execution. Modesty and ability together in one person. You will be more than a figurehead. You will be a leader. Вы здесь предоставляете людям убежище? You offer people shelter here? People? Yes. That is the point. We are all people, whatever labels we have put upon us. The domed city is a shelter for those who want a new start, but who cling to their old past. Here, all people give up on their belief of the past to build a new future for themselves. So, to win their trust, show them that you believe that too, that you look forward, not back. What do I have to do to be allowed to stay here? Fit in. If the people like you, then you will have a place to stay here. О, в шаге от успеха. Чье доверие я должен завоевать? Well, start with those with the most influence. That will persuade the others. There's our scout, our guard, Jonesy. He helps protect us from the local mutants. Then, there's Eckhart. He is responsible for the overall defense of this place.
And of course, Harley, our mechanic. You can probably make him happy if you bring him something interesting to repair. They're good men, and they are waiting for a leader. Рикард, который отвечает у тебя за оборону лагеря. Человек очень упрямый. Your Capmaster Eckard is a very determined man. Yes, that he is. But I'm glad that he is here. Without his skills, we would have been overrun by mutants long ago. Winning him over to your side shows you are the person I thought you were. That is excellent progress. Я помог Эккарту сделать лагерь еще безопаснее. I helped Eckard secure the camp. Very good. I've already met your companions. You made some interesting choices. But somehow they fit in with the rest of the group here. There are still some things to do, and I'm sure that you'll complete those tasks as well. Great changes often sprout. Еще несколько людей надо сделать, чтобы они доверяли. Зато интересно, все можно взять. Training can overcome, but sometimes you should talk to someone else. I can't help you. Not now. I'm sorry. Unless this is official. Эй, где тут еще? Кто тут разговаривать будет? No, no, I can't talk to you right now. Megalan is a truly amazing place. О, да. Много подвернулось снова. А, наверное, ты. Hey, you. Where do you think you're going? This is a restricted area, and you have no business here. Ты мне тут еще по команду ведь уши на жопу натянул. Не вижу тут ничего запретного. What? You want me to build you a fence, dig you a moat, put out some nice shiny signs? It's restricted because I say it's restricted. Why is this area restricted? Did I say restricted? Man, I've been out here too long. I meant it's as dangerous as trying to hold a barbecue in the Ice Palace. There are mutants all over the place, just waiting for you. I'd head up into our camp, or better still, just get out of here if you don't want to end up as mutant food. Ваш лагерь не слишком хорошо защищен. We've done what we can. If you want to help us, you go for it. На Магалане повсюду мутанты. Yeah, but the ones here are right mean bastards. And no matter how many of them you kill, they keep coming back. There are at least 10 round here right now. They're out there, waiting in ambush somewhere. The mutants are dead. Мутанты мертвы. All of them? They're all gone? All the ones I could find. Shit, that's a load off. I didn't realize how tense I was, but I can breathe again now. Here, take this for your health. I'm heading back into Origin. You can come with me if you want. We could use people like you. Выполнено освобождение лагеря. 1000 опыта. Какие щедрые. По 1000 опыта раскидываются. Teach me something. Yeah, okay. Тяжелое. Мне надо другого учителя. Ну ладно.
разбираться будем дальше в следующем видео. А на этом пока закончу. Оставляйте комментарии. И до новых видео. Всем пока.